Сейчас мы находимся в Ленинском районе города на Тракторной улице. Едем со стороны улицы Азина. Едем в западном направлении и сейчас пересекаем Южный парк. Сегодня 7 марта 2024 год. Температура воздуха в данном месте минус 2 градуса. А едем знакомиться с Калининградской улицей. Тракторная улица заканчивается у микрорайона Шунды. А наша улица находится слева, первой после парка. Вот напротив этой автобусной остановки и начинается улица Калининградская. Время 12:30, погода стоит пасмурная, снега падают редкие снежинки. Протяженность Калининградской улицы 858 метров. Располагается на улице 68 домов. Эта улица имеет 12 пересечений с другими улицами. Все пересечения с улицами я озвучу. Вот и первое пересечение с Воронежской улицей. Далее я просто буду называть название пересекающей улицы. Сейчас мы сделаем обзор правой стороны улицы, а затем левой. Полтавская улица. Одесская улица. Бакинская улица. Московская улица. От улицы Московской улица Калининградская пошла на подъем. Пермская улица. Кишиневская улица. Музыка.
Федеративная улица. Астраханская улица. Выехали к улице Фурманова. В этом месте Калининградская улица закончилась. Будем разворачиваться в обратную сторону, чтобы вернуться на Тракторную улицу. Астраханская улица. Федеративная улица. Кишиневская улица. Пермская улица. Московская улица. Улица Московская берет свое начало от улицы Гагарина. Это в 2 километрах от этого места.
Алтайская улица. Бакинская улица. Одесская улица. Полтавская улица. Воронежская улица. Покидаем Калининградскую улицу и выезжаем на Тракторную улицу.